Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Dodge Challenger. Ремонт кузова. Итак, правая дверь ремонт, заднее правое крыло тоже буду ремонтировать. Левая дверь ремонт. Капот ремонт. Передние крылья, фары и остальные части переда будут заменены. Разбираю машину и начинаю ремонт. А спонсор этого видео — Srotas 24. Здесь можно купить детали на многие машины. Вводим название машины и выбираем детали. Также здесь много деталей и на другие модели. Выбор большой, 15 миллионов БУ и новых деталей. Доставка по всему миру. Ссылка в описании. Ремонт машины начну спереда, заменю этот поврежденный металл, но сначала его вытяну. Чтобы снять усилитель бампера, я вытягиваю согнутую часть. Делаю измерения лонжеронов. Лонжероны необходимо потянуть немного вправо. Центр машины чудненький, высота лонжеронов одинакова. Это есть гуд. Ну а теперь уже замена поврежденного куска. Имею хороший кусок, его я и вварю. Некоторые части лонжерона придется отравнять. Высверлю его и выровню на столе.
С этой деталькой я закончу. Равняю сам лонжерон. Итак, я отравнял все куски правого лонжерона и теперь могу начинать сварочные работы. Но для окончательной сварки я устанавливаю усилитель бампера и телевизор. Высота одинаковая. Зашибись. Свариваю. Сварочные работы с передом я закончил. Теперь начинаю ремонт правой двери. Снял дверь и выравниваю ее край. Установил дверь, устанавливаю переднее крыло для проверки зазора и края двери. Край двери выравниваю. И зачем начинаются споттерные работы. Мелкие неровности и дырки от споттера заливаю оловом. С этой дверью я закончил, теперь дверь другой стороны. Я выровняю край двери, затем заварю дырки и залью все это оловом. И левую дверь я закончил. Теперь капот. Он с другой машины, но тоже согнутый и хреновенько. Капот из алюминия. Снял капот
и привариваю завальцованный его край, чтобы отравнять его кишки. Можете видеть, как отличаются края капота. Необходима операция. Режу. Затем отравняю и все сварю обратно. Пока с капотом я закончил, доделаю, когда установлю его на машину. А сейчас я крашу правый лонжерон и затем устанавливаю все части переда. Заканчиваю ремонт капота. Идеально капот не получился, но хозяин был предупрежден. Устанавливаю бампер, и с передом машины я закончил. Ну и последнее. Правое заднее крыло. Для ремонта буду использовать споттер, олово, молоток и другой инструмент. Эти части удалю. Работа с молотками закончена. Теперь время работы со споттером. Но вот внизу крыло жиденькое, поэтому я выравниваю нижнюю часть и привариваю ее обратно.
Края крыла и кантики выравниваю оловом. Так, заднее крыло я закончил. Покрываю голый металл грунтом, швы герметиком. И на этом работа с металлом закончена. Отдаю машину на покраску. И вот через 10 дней машина вернулась с покрасочных работ. Собираю ее. Ремонт этой машины закончен. На этот ремонт ушло 70 часов работы с металлом и 10 дней покраска. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!